Авакян Гагик Саркисович является комиссаром Международного комитета защиты прав человека в Харьковской области, является заместителем председателя Международного комитета защиты прав человека. Это всемирная организация, в которую входит и Кофи Аннан, и генеральный секретарь Совета Европы, парламентская ассамблея Совета Европы, комиссар по правам человека Альваро Роблес и председатель суда, Европейского суда по правам человека Луциус Вильдхаммер.